Так, сейчас нахожусь на дистанции 150. Могу поймать. Там установлена бутылка 0,33 с кока-колы и картонка чистая с тремя мишенями. Сейчас попробуем отстрелять барабан пулей шмайсера типа елей. Порядка 10 выстрелов. Одна там последняя осталась ВПМ-ка. Посмотрим, как полетит. Так выглядит мишень в оптику. Бутылка, картонка. Время записи осталось 2 минуты. Маловато карта. Попробуем. Потом посмотрим, что получится. Заодно и пристрелку приведем, потому что насколько почти угадал. Сейчас особо крутить барабана не буду. Буду тупо целиться в одну точку, а там посмотрим по картонке, куда пули полетели. К сожалению, на фотоаппарате кончилась пленка. 10 выстрелов. Сейчас поедем посмотрим. Это у нас вышло. Дверь не закрыта. Сейчас был такой забавный выстрел. Хотел немножечко поправить прицел, стрельнул в камень. Рикошетом пуля сбила бутылку. Вот так вот и ездить с веслом. По сравнению с лелькой, ну просто гигант. Ну вот 150 метров. С пристрелкой. То есть, в принципе, ну, пачка сигарет, наверное, да? Есть тут разбросы.
Стрельнул в камень. А бутылка упал. Вот они все пули. Может быть, что-то и найти можно. Шмятки. Типа вот таких. Ну вот, как-то так. С винтовкой нужно еще поработать по настройке. Но пока особо времени нет. Стреляю так, как оно есть. В принципе, я думаю, неплохо будет стрелять. Это пули елей. Есть разброс, ну, все это поправимо. Думаю, это больше связано с самой пулей, чем с винтовкой. Потому что они мне, так скажем, последние и хранятся не в индивидуальной упаковке. Вот так нельзя ездить с винтовкой на машине. Всем пока.